Срочные новости, народ! Да кто пулит? Все нормально. Если проценты у кого включены, анонсите. Хорошо. 88. Стопайте. 84. Я в эту плюю? Да. Ты ж сидел уже. Обычно не появляется. Шевелитесь там, чума. Что не так с прохилом? Я вижу вайб, да? Зеленый кэмп вообще типа не хилит. Что, диспалит чушку или что? Да, а диспалит чушку. С красной метки не можете похилить, в зеленую нет, блядь? Я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Еще все хилы просто хупаминги. Трех хилов вижу. Красный. Я вижу ДЦ. Шестого надо спекать. Два шамана, дерево и, возможно, ДЦ. Колипал бежал от красных. Зеленым был только ДЦ, он не смог. Просто отец, вставай, резай хилов в первую очередь. Это, кстати, один из минусов этой тактики. Я убивал ее первый раз на Сирусе профи по-другому. Никакого стояния в углу у меня нет. Да какой тут минус? Ты просто, если на тебе красный, блядь, не нет на тебе таргета на егошнего, блядь, становишься и хилишь зеленую. Ну вот те, на ком сейчас и был все, красный, блядь, просто из хилов пускай плюсанут. И ГПМ ебать, то что они не хилят. Это тактика рассчитана, что людей, которых зеленых откидывает по КД, их нужно захиливать. Я кроме ДЦ в зеленой метке почему-то никого не вижу. Но ДЦ в соло это не захилит. Понятное дело. Люди с красной меткой были вот здесь, на этом кружке. А то, что они же могут пройти под хилу. Могут. У нас гов не хватило, видимо. Что уж поделать. Ладно, если повторится, будет ГП. Чую на личе, что это будет прям очень весело. Да лич проще. Сбежался, разбежался и все. Рыб стоит. Сбежался, разбежался, говоришь? Угу. Разбежался и собрыл. Сколько там Леха каскадно начислял? По 12 тысяч? 16 был вроде предел. А, воу. Перчи на баф и пул. В ауди, короче, 32к было, в общем. Бафов нет. Краски интеллекта нет.
Еще вот когда на перифазе выходит зеленый, нахуй отлетаете в стенку, в сторону стола, отлетаете вот в центр. Мне тоже интересно. Вот сколько там? Человека 4, по-моему, отлетело? Больше. В центр, человек, да, шесть, человек 6, а все остальные в стенку. Повторно врачи на пол. Эртру, Эртру и ДЦ, не забывайте давать щиты и захотывать. Обаму. Ты на 5 пей уже, секунд, чё ты поздно пьёшь? Я пью на 3 секунде. Это поздно. Щиты, ход. Восемьдесят восемь, стопайте потихоньку. Стоп. Ой, там же 4. Всем привет. Привет. Вы чё, где? Подлетите сейчас в центр. Перменцы. Что? Это еще откуда? Отведи откол. Ход и щиты. ДЦ не считают меня. Я не знаю, в чем дело. Прости. Сколько там процентов? 30? Босс, хорош налить. 42. Щиты, ход. У меня мало энергии. Пока что тут это? Шторы. Энжи, морал. Не даешь меня, поднимаешь. Бэры быстрее. 38. Че, не переведем? Босса, красный выше. Красного убить надо. Вот лайф. Бладласт. Пиздец, блять. Войд просто отца поднимешь. Плювок-то. У меня нет. Нет на плювок. Тапки готовь. Ретаргет.
тапки. Ёбан в рот. На мне босс был. У нас еще два пула и будет ров. Можно ДЦ объяснить, что его щиты дают дофига раги, когда лопаются? Я могу встать крестом. Давай нам крест. Чубицы. ДЦ вешает щиты на Обаму. И они дают рагу. У тебя уже... есть ирдру? У тебя есть ирдру, который постоянно вешает? У тебя он не постоянно вешает. А почему? У меня трейд помирает. Тебе сложно на Обаму кинуть щиточек один? Это сложно? Я вот не понимаю. Вон мяка там есть. Если бы у меня была рага на вот последний раз, то мы бы не вайпнулись. Хорошо, сейчас буду вешать еще на бан. Спасибо. Не знаю, оценить, сколько у тебя опыта за танка, но... Есть такое понятие, как растягивать лужи. Я знаю, я растягивал лужу. Убивал. Значит, вот два красных. Даешь, уходит на замену мяка в рейд. У него два красных было, понимаешь? Он сделал два прыжка, ему на это третьем. Это не его проблема. Я тебе говорю, что там рага у него кончилась тупо на третьем того. Это не его. Намикадзе, почему так мало урона? 16-я позиция. Ну вот, я считаю, что в этой ситуации отыграл максимально. То есть я пытался быстро набрать раки для третьего плевка. Нет, не твоя жена, что ты этих сквизит. Без проблем. Беру варов 4-4, который дает больше. Фарадов рейд вместо намикадзе. Заполнено. Портал дайте намекаться. Он портнулся. Он же вроде ролил Т5. Неизвестно. Заполнено. Намекаться, ты вышел из гейма? Наверное, грузится. Цитадель Льдина Трона написано. Далоран. А по какой причине ты не открыл два куска? Два куска на комбата хуже, чем 4-4. Чего? Ну, типа, может спек поменять, знаешь. В 2 плюс 2 сделать что-то интереснее, чем комбат. Ну да ладно. А че на баф и пул? Только не нажмите никто портал. Ну, открыли его как-то криво. Все, в целом, как класс мусор. Фарада что не хватает? Каски и лапы нет. Есть. Пул по отчету. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот! Вот сейчас уже охоту можно вешать. И щиты. Стоп, нуля.
Чё это, блядь? Баг. Бака фича. Утеплители. Чё, переводим, да? Переводим, да. У меня сотка. Тюжины бага юзер. Так отбегите из-под красного. Бэры у кого есть? А все, похуй. Падаем. Значит так, вот это вот какая сова стояла так далеко от зеленого кэмпа? Это еще откуда? Минус 3, минус 4. Может попробуем? Нет, тут уже нечего делать. Падаем, падаем. Там же чушку здиспелил, ты говоришь, еще можешь. А, я просто не увидел, что чушку здиспелил. Боже, да. Я в рейд смотрю. Дайте диван, что ли. Ты чё, ещё траем? Ну, ещё два пула осталось. Почему два? Пять пулов на босса и всё. 43, три пула тогда. Ну, хорошо. С учётом первого бага, пускай три. Так при чем тут баг? Сейчас-то вроде все нормально было, только почему-то три человека сдохло. Сейчас, да? Ничего нормально не было. У нас вместо нахождения людей в зеленом кемпе сова встала перед ним и сдохла. И захватила вот, с собой из-за этого троих человек. Да она просто с перефазы не успела добежать. Типа сказали переводим, а они стоят, блядь, под красной колбой, нахуй. Вот почему все успели добежать, а вот один человек нет? Вот, у тебя Войт идет стрим? У меня записывается видео, я не стримлю. Там можно посмотреть просто, кто, блядь, не отлетает в центр комнаты. Вот и все ясно. Кто добегает, а кто не добегает. Сейчас не было зеленого. Сказали переводим, а люди стоят под красной, блядь, этой колбой. В другом углу. И не успевают добежать до таргета зеленого на перефазе. Да не проним, мы если, конечно, профа осилим, мы сходим, хотя бы посмотрим на него. Эта неделя максимально конченая по траям. Ага. Че, может просто поэрилить надо? Ямка, давай в шестого хила. Войт, все в твоих руках. Войт, это не тот контент, где надо эрелить. Это не освоение. Здесь никому ничего рассказывать нет. Нет, рассказывать это одно. Это вот как... Эрелить здесь нихуя не надо. Люди уже ходят сюда, хуй знает сколько времени. На самом деле надо. Вы берете, по сути, людей 260+, да? Типа они могут даже не весь контент закрывать. 260+. Я людей в гильдию 260+. Плюс вообще не то вот понабрал неодетых и не понимаешь, что делать надо, это я вот не знаю. Типа я тебе говорю, я пришел сюда в гильдию, я был 265-й, ну блять, у меня был прогресс только CLK, оп, на фу. Типа, рыбь стоит. Не было. Это когда было? Полгода уже прошло, если не я больше. Я вообще тебе говорю, а вы берете типа 260 плюс есть челики, они могут вообще даже... Еще раз говорю, брать. Кто вот набор такой идет, я не знаю. Я людей без Т5, двух кусков минимум, вообще в гильдию не приглашаю. Ты говоришь, типа не надо объяснять, походу надо. Войт, вот по анонсе вот этот трай полностью все. Сравним результат. Что мне кажется, дело все-таки в том же в анонсе. Если мы, блядь, так убить не можем. Плак-плак. Вага, прочекай, пожалуйста, кто сейчас будет в стенку отлетать. Нямка, ты спекнул с шестым? Да. Отлично. Ну или продайте, у кого есть. У меня вот нету уже.
усовершенствовал штамм чумы, который уничтожит весь Азерот. Восемьдесят восемь. Стоп, стоп, стоп. 85. 4. Восемьдесят три. 20. У меня нет раги. Плевок. Уже есть. Красный идет, что вы там стоите? Босса переводим или ждем? Не успеете. Чего он так криво такого скидывает? Бладласта отдайте. Уже дал только что. Да. Три.
стою. Снимай диван. Там бомба от... Чего? Там уже 2% было один. Да, только 100% мисы, да, у медика. Прикольно. Лавя, мне обратно в Элема. Да. Сеньор Лич. Вага, меня на Лича возьмете? Там Валька летит, куда вы? Может быть, рольте вот эту хрень. Савчик, говорю, Валька летит. Вальку бьем, Вальку. Тихо. Бьем. Не, надо, блядь, Вальку бьем, закройте рот. Я не хочу, чтобы, черт, блядь, вы по одному ее агрили, и мы ждали вас полчаса. Валик бьем и первую, и вторую. Агри, это, в этой дашь стан второй. По первой фул ДПС. Фул ДПС давайте. Теперь во вторую дайте и стан еще. Готовьтесь, тайфун. Если будут кастовать, чтобы сбить. Убивайте. Лобов еще добьем. Лобов с перепугу собили. Это звездопад. Я не знаю, просто, ну... Лично мое мнение, Валик проще убить, потому что хуй знает, может упадем разок-другой, и какой-то дурачок, может он залагает, может ему комар там в глаз летит, может он не дурачок, конечно, но он просто побежит, сагрит Вальку, бой на инс повешается. И мы полчаса... Ладно, я видел, он увидел, что над ним Валька, он остановился и стал стоять, но я хуй... Вот, для этого они убиваются, чтобы два или сколько там часа, три часа не знать проблем, пока они резаются. Тимыч, что тебе с Лича нужно? Прием? Есть приор, надо спрашивать. Ну у него дохера приора. Да-да, я тут. Что тебе нужно с Лича? Клятва ему вроде как нужна. Не-не, у меня клятва есть, я просто хотел коня путать. Кому не нужен Лич из первых двух групп? Норд Легион на замену Тимыч врейд. Смонти рыбу стоит. Дашь мне промоут войд. Дракон, у тебя есть, запустишь, сейчас приду. Кстати, интересно, если Джайна не работает, она вообще будет появляться, когда мы Лича убиваем, или он багается? Может, просто диалог убрали у моба. Она не активируется просто, все появится. Кто с танков на чем? Ты на шаркарях, да? Че, Вага, на мне походу все, да, на сегодня? Вероятно, у меня доступа нет, короче, там, по-моему, все закрыто. А че у тебя как топ нету? У меня полностью надо закрывать. Че, Вага, придется бросить? Первые три босса нет. Он отошел. Ну тут как бы ДЦ надо, блять. В смысле, какие первые три босса?
Ну, чтобы в РСХМ попасть, как я понимаю, надо типа фу целка, правильно? Не, Лана, Синдра, ну вот эти вот боссы. По-моему, да. Фул целка хм. Да, а чё гадать, попробуй сейчас зайди. Хм. Фул целка надо. Чивка нужна. Там только лич должен быть убитый. Только лич. Вот это чива нужно там. Если ничего не поменяли. Да, они в последнее время, он там каждый месяц что-то меняет с допусками с этими. Меньше и меньше. Может быть вообще ничего. В РС ничего не меняли. У меня ни багровый зал, ни зал ледяных, ни ледяной трон, блядь. Ничто мы стреляли, ничего не закрыли. Мага подошел, нет? Он же там тебе сказал, у тебя РЛ запусти, там что-то такое. Не, просто не знаю, подойдет он скоро. Че, вы уверены, то, что я вам нужен? Просто у меня ни чешки, ничего нет. Первый раз буду. Буст и хиль танков и все. Самое сложное, когда духи летят и лич одновременно бьют двух танков. Ну, два шамана, блядь, помогут, я думаю, в этом. Кто на личе? МДК. Мага, что запускать? Принимайте. Да, да, я же говорил, можешь запускать. Просто будет водить, да? Вага, Вага, подожди, 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 там он что-то это мгновенное пишет. Что случилось? Прости, у тебя есть хоть какой-то ДЦ? Нет, там не прочарено ничего. Надо это делать. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость? Уберите натуру резист. Поставьте, пожалуйста, на каску. Заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. На пол сейчас Валуя, он танчик. Да будет так! Герои, в атаку! Опасно далеко стоит. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Ему похуй, не выносит. Вот этот шаман не вынес. Диспелить надо.
Блин, твордолаки меня оглушат. Зор, Зор, твой второй дух. Кусы не хильте, блядь. Дух с меня. Есть. Чума. Рот ебал череды. Когда они ее починят уже. Я в рамбе. Блять, да не кидайте в эту ебаную лужу. Ебану. Сахил. На танке осквернения вышли. Бегу, бегу, осквернение скид. Да. БР кому-то надо давать?
бы в комнату. Если что, БР отдал. И куда ты его резнул? На платформу, которая валит? Бля... Дебил. Не вставай, не вставай. Не вставай, Энджи. Направо идем. Вперед не надо забегать. Че, на край поставите? Ну, естественно. Лучше подойми. Балок лежит прямо в центре. Кому резать? Залича все, залича, духи летят. Налево идем. У меня. Молоко.
осквернение. Двенадцать процентов. Отводить или что, или перевод? Сомнений нет. Женек, зараза. Бля, ну вы зря на вальках на лужу ругаетесь. Она очень хорошо, на 75% замедляет вальк. Сквернее не видно. На вальках... 75%. В вальках никто тебе слова не сказал, вот когда она в соло-таргет у тебя. Не-не, на вальках говорили, да, что разбил. А сейчас в лича последний раз это я просто поугарал ее разбил. Потому что я когда бежал... Тебя должен резнуть Тирион или кто он там. Он тебя должен резнуть. То есть ничего не нажимай, не покидай тело. Расскажу вам немножко новую фишку, которая будет в ближайшее время. На соляре? Когда... Не, когда вы вылетаете с босса, вы сможете обратно зайти и дальше продолжить бой. Ну, додумались, как на офис делать, нихуя же. Хватило мозгов. Я, кстати, такую фишку уже один раз делал, не помню где, но я где-то вылетел. Да, на ларе. Это на ларе. Короче, комната Ильича, прожимаете F4 и заходите в комнату. Что это бузить будут. Это, кстати, будет благовижно, если за рейдом посмотрим. Если вы думаете, что там, ну, типа, один человек может выйти, допустим, а второй человек зайти, который на замене, такого нет. Только те 25 человек, которые вступают в бой, только те могут, блядь, ну, если выкинуло, зайти обратно. Ты понимаешь, как это обузиться будет? Ничего не будет обузиться, блядь. Все так нормально. Ну, что ты можешь пробовать? Зажимаешь Alt F4, потом заходишь в нужный момент. На тебя не вешается какой-нибудь... У тебя же перс остается стоять в родном месте. Стоять только до того момента, пока ты не войдешь в окно выбора персонажа. Ты заходишь в окно выбора перса, он попадает. Персонаж остается в игре. Какое-то количество... 20 секунд, вот как ты выходишь, 20 секунд. Будет оставаться стоять. Вот Alt F4 нажал, 20 секунд он стоит. Да, и там, ну, и они, наверное, сделают минуту, типа, этот. Но факт в том, что если ты будешь заходить в течение этой минуты, ты можешь зайти обратно и продолжить бой. Зависло лучше не тянуть, когда за яйца сразу Alt F4 перезаходить. Давно уже пора будет. Ты лучше насчет ГХ что-нибудь скажи. В среду, говорят, будет, я слышал. Да, смешно. В четверг. Все, конечно, хорошо. Они ввели, обнову залили, блядь, ачивки сделали, всю хуйню сделали. А вводить эту хуйню они по каким-то причинам не хотят. Они уже, блядь... Ай, блядь, ачивки. Тут половина ачивок на сервере не работает из нововведённых. Зачем они кайпанули, да, какое-то время продержали, им надо было время до X3 дотянуть. А сейчас есть X3, типа люди не думают по этому поводу. Сейчас разрулка идет. Факт в том, что облегчит очень сильно это. То, что если вы вылетели, то можно будет зайти. Там еще осколок упал. По глору упала, а покупашка есть? Женек, твоя теренаска, наконец-то, да? Или не твоя? Осколки кто-то забирает, да? Да. Прости. Вот у нас частная расквест. Так что вылетел отмазка, сейчас такая хуйни не будет. Ты что, успел зайти? Можно не успеть зайти. Как бы тоже такая же хрень. Блять, минуты, я думаю, хватит зайти в игру. Это печально. Глорн распыл.
Ну ты знаешь, может она бывает нормально грузится, а бывает, да, типа по секунду. А я ее с сундука не смогу взять, если вы зайду. Вага, может дашь на несуществующего спек? Если уж на распыл. Да, конечно. Вага, попробуй Джайну запустить. Наш Тирион-то кликабельный. Я думал, то, что тут кому-то надо, а чё? Всё уже, всё зовут. Ты говорил, что убрали диалог просто и всё. Джайна ещё не работает, если что. Давай портал, кто там? Мастера. Резко. Целый час на резку, нормально. Даже много. Ну да.